Я предложил, попросил перейти на должность директора муниципального унитарного предприятия «Вологда Гортеплосеть» Степина Вячеслава Борисовича. Я Вячеслава Борисовича Степина знаю достаточно давно, причем я его больше знаю по работе в городе Вологде, чем в городе Череповце. Хотя и по работе его на «Северстале» отзывы о нем самые позитивные, именно как о специалисте теплоэнергетики. Он поработал и в региональной энергетической комиссии правительства Вологодской области, он поработал и в городе Вологде на государственном предприятии «Вологда Облакоммунэнерго», он поработал в департаменте ТЭК. Последнее время он работал действительно в Череповце на предприятии «Вологда Газпром Теплоэнерго», «Череповец Газпром Теплоэнерго». Я его знаю как самого сильного специалиста теплоэнергетики в Вологодской области. Я вот не побоюсь этой оценки. Сегодня в Вологодской области Степин Вячеслав Борисович самый сильный специалист теплоэнергетики. Поэтому его приход в Вологду, по моему мнению, абсолютно оправдан. В том числе на фоне тех проблем во взаимоотношениях с поставщиками тепла, в частности ТГК-2, которые имеет предприятие «Вологда-Гортеплосеть». Проблемы во взаимоотношении, они не какие-то личностные, они основываются на абсолютно понятных финансовых проблемах муниципального предприятия. Они обусловлены достаточно значительным объемом дебиторской задолженности, то есть, грубо говоря, невозможностью собрать платежи за поставленное тепло со своих потребителей. У Вячеслава Борисовича, кроме технического опыта, есть еще и серьезный управленческий опыт, антикризисный опыт антикризисного управления, в том числе решение проблем по низкому уровню собираемости дебиторской задолженности.